МФЦ по адресу улица Мира, 32/2, перешел на режим работы по предварительной записи. Ухудшение эпидемиологической обстановки в городском округе Мытищи сказывается практически на каждой организации. Теперь, чтобы получить необходимую услугу, нужно заранее записаться онлайн на портале госуслуг. Предварительную запись можно осуществить посредством портала, регионального портала услуги мосрег.ру, либо через многоканальный телефон колл-центра по Московской области. Центральный офис на Карла Маркса, территориально обособленные подразделения, также центральное цифровое МФЦ на улице Мира работают согласно общего режима по графику. Выдача документов, готовых документов, осуществляется без предварительной записи, согласно регламентного срока. Если документ поступил, мы беспрепятственно можем выдать. Сейчас в этом офисе МФЦ работают всего 5 окон на прием и 2 окна на выдачу документов. Переход на режим предварительной записи связан с тем, что 70% сотрудников находятся на больничном. Также предусмотрены технические перерывы на санитарную обработку с 11 до 11:30 часов и с 16 до 16:30.